Облава на нелегала. Полицейские совместно с сотрудниками Росгвардии и представителями управления по вопросам миграции проверили стройки областного центра. И нашли, кого искали. В ходе мероприятия проверены десятки иностранцев. 13 граждан, как выяснилось, прибывают на территории региона, нарушая законодательство. На них составлены протоколы об административном правонарушении. В отношении 6 иностранцев будет решен вопрос о выдворении.